Итак, дубайская авантюра 4. Теряюсь в Дубай-молочи. Ну, наконец-то он в Дубай-мол дошел. Ну, наконец-то. Ну и что он тут? Закупаться сейчас будет вещичками. Даже интересно, что же он купит? Я всегда с собой беру видеокамеру. Клинжич. Всем привет, гайз. Я тут уже где-то хожу, не знаю, где-то часа пол. Гайз, может, гойз? Я просто теряюсь. Это место колоссальное. Ну, на самом деле, Дубай Молл, это реально... Там реально можно потеряться. По размеру, я не знаю, куда... Я сам там терялся, причем навигатор включаешь, все равно как... Вообще не понимаешь, куда идти. Я не знаю, что мне делать. Это мне напоминает, как я в какой-то игре, там, где, знаете, короче, лабиринты, куча разных путей, лево, право, вверх, вниз, и я не знаю, куда идти. Я уже потерялся. Вы посмотрите на это. Если вы думаете, что это все, вот это, да? То есть, сейчас я показываю где-то площадь дефолтного молла. Но здесь таких вот таких вот площадей, я не знаю, 10, 20, 30. Мы сейчас смотрим на папича, который находится в торговом центре на фоне Фенди, Channel, Шанель, и Dior, и другие магазины какие-то дорогие. Понимаете, что как бы, ну, все это время мы его видели там где-то пробегающего по Венеции, вот, или который там, не знаю, с баклажками воды шел в подъезд. А здесь... Ну хорошо, я просто не... Ну окей, ладно. Ну и что ты хочешь сегодня себе приобрести? Короче, давай. Первое, что нам нужно... Что? Это, скорее всего, карта. Карта? Потому что реально... Я... Карта, Дубай Молла, как в бумажном виде? Потерян. Я уже знаю, как назову это видео. Теряюсь в Дубайском моле. Я просто реально не знаю, куда мне идти и что мне... Вон, иди в хайп. В хупе. В хуре. Тебе надо в хайп. У меня есть список покупок примерный, которые мне нужны. Так, список. Но я не знаю, где их искать. А покажи список. Идти. Итак. О, подожди, что за телефон у него? Стоп. Но я не знаю, где их искать. Какую подожди, братан. Идти. О, так, тебе надо в Apple Store, братан. Я тебе говорю, тебе срочно надо бежать в Apple Store и покупать нормальный телефон у тебя. С карты на 100 000 долларов. Беги в Apple Store, iPhone покупай срочно эту. Выкидывай. Итак, я себе записал давно. Носки. Да я шучу. Коты. Чего? Я себе записал давно. Носки. Какие носки? У тебя золотая карта, ты в Дубай Молле за носками пошел? Нет. Шорты. Какие шорты, носки? Кресло. Ладно, еще кресло, окей, ок, ладно. Апгрейд цепочки. Я думаю, будет дорогая покупка та самая, потому что я не могу придумать, что дорогого купить. Он находится в самом большом торговом центре мира, наверное, и он не может придумать, что купить. Вау. Ну это, блядь, аскеты, чего хотите. Как вы знаете, я всегда ношу ключи на цепочке. Ладно. Появилась гениальная... У него ключи висят, типа, на штанах? Идея просто гениальная. Что здесь... там в жопе ковыряется-то, господи? Здесь, заапгрейдить серебряную цепочку, допустим, в золотую. Ну ладно. Или даже платиновую. Вау. И мне еще нужны кеды для бега. Ну и покупки. Во. Но нам нужно с чего-то начать. Так что идем... Ой, искать. Носки, шорты, кеды... Папич, ты, походу, не выкупаешь. Ты должен делать то, нет, чего от тебя не ожидают. Все от тебя и ожидают, что ты, да, пойдешь на скейс и купишь еще какую-то дешевую, да? Но когда у тебя золотая карта, ты должен идти покупать что-то очень дорогое. Ладно. Так, это, по идее, этот навигатор. В Дубай Молле можно купить себе хату. Квартиру! Реально, то есть там стоят такие, там есть такие небольшие островки, где стоит там мужчина какой-то и квартиры показывает. Я типа кликаю сюда. Да. Ну кликни. Да. Touch navigate, ну. И... По-моему, вот как раз таки это и есть продажа квартир. Это не навигатор. А, так. Нет, это все-таки навигатор. С рекламой квартир. Вы здесь. Если вы смотрели мои стримы, вы понимаете... Вон внизу шоп написано. Как мне тяжело. Русский. Так, допустим.
Мне нужен спортивный магазин. Название надо списывать. Nike. 329 метров. Нет, стоп, стоп, стоп. Далеко, Adidas. Да? Ой, а кто носит фирму? Adidas, Adidas Kids, Adidas Original. Ну, наверное, Original. А этот внизу? А этот, я так понимаю, на втором этаже. А разве я не на втором этаже? А, ну да. Тут ground floor, потом первый этаж. Это на первом этаже, который второй по факту. Так. Окей. Так, это вот так получается. Ага. И за... Да. Дальше и там лестница. Да. Наверх. Потом после лестницы... Короче, пошли хотя бы... Сейчас вот так идешь на лестницу, потом налево с лестницы завернуть и все. Смотрим, что так сложно запомнить, что ли? Борода. Это будет мое самое сложное видео, это, наверное, придется реально обрезать. Потому что если не могу представить, как можно записать это видео полностью одним разом, без каких-то нарезок, обрезок, как я хожу туда-сюда. И чтобы ко мне никто не д***ался, типа, чтобы я там где-то не снимал. Ну, кстати говоря, до него могут д***ться люди просто, которые будут его узнавать. Я не представляю. Хотя, судя по тому, что я вижу, в торговом центре очень мало людей. Видимо, летом в Дубае, правда, мало кто катается. Потому что зимой здесь просто пи***. Там столько людей. И очень сложно передать масштабы этого места. Нужно было вам карту показать полную. Потому что Вечно я говорю, перед тем, начать видос, Сонч, я уже ходил полчаса, я просто пытался понять, что вообще происходит, куда я попал. Для меня это точно будет самый тяжелый видос. Потому что я просто не знаю, куда идти, что делать. Так. Лестница где-то справа. Где вообще нет? Он что, там в 8 утра поехал, что ли? Кстати, он мог специально как можно раньше поехать в торговый центр, когда людей еще мало, чтобы его не узнавали. Точно. Хитрыч. Мне нужна лестница наверх. Ну, мы поняли. На право сейчас. Да. Гениально. Это будет долго, это будет сложно. Лёха какой идет. Здорово. Так, мы нашли ее. Ага. Успех. Успех, да. Уфа. Мужика лицо замыленное. А как он живет с таким лицом? То есть просто чел ходит всегда с таким, с цензурой на лице. У меня реально столько ощущений, что ко мне сейчас кто-то подойдет и скажет перестать снимать. Господи, хотя же в Атлантисе не доебывались. Денег ему дашь, все. Так. Все, уже их вижу, эти магазы. Сейчас пойдем для начала искать шорты, я не знаю, шорты, носки. Давай. Не знаю, какой шанс, правда, на это. Сейчас налево. Так, стоп. Сюда, походу. Подожди. А не налево разве? Не, туда. Это вот магазин Nike. Я искал магазин Adidas. Ну? Я уже не знаю, где он должен был быть. Теперь уже направо. Что тот? Какой-то Go Sport? Что, серьезно, потерялся, Go что ли? Спортики. Подожди, там сзади же был какой-то Adidas. Где Adidas? Не, ну посмотри. Вот Adidas, перед тобой! Так вот же он. И тут везде, влево, вправо, вверх, вниз, эти бесконечные лабиринты. Вот, как вот понять, синий. Куда идти? Что делать? Да справа от тебя. Куда ты идешь-то, мимо? Так, давайте просто зайдем хотя бы в один магаз. Да вот ты мимо прошел! Большой. Я должен что-то себе выбрать. Это байт? Он реально большой. Это другой. Нет, это как раз-таки оригинальный Adidas. У него логотип такой, типа, старый еще, по-моему. Он мимо прошел. Он не узнал, что это Adidas. Он зашел в спорт. Так, нужны шорты. Первое, на что мы смотрим, это если... О, эксперт. Ну, типа, застежка вот так здесь, на карманах. Ну да. Если нету, сразу не смотрю. Сразу скип, правильно. Ну это хер, ну что это за цвет такой? Давайте. А ну, оператор, подтверди головой, так да или нет? Синтетика или нет? Просто ну. Своей женщине дает разобраться, нашарит как бы в шмотках, походу. Кивком. Кивком. Чё? Ну чё?
Она там смотрит на... Ну, кивни головой, да или нет? Да она не понимает. Она, видимо, сама не знает. Она такая, ну как я кивну, если я не понимаю? Могу плечами пожать, не знаю, ногой тебя пнуть. Она боится. Я не могу понять. Она тоже не может понять, походу. Алло. Да, я так думал, синтетика. Так, штаны. Штаны неприятные на ощупь. Кивни головой. Куртка неприятная на ощупь. Штаны. Тебя узнавали в Дубае? Да, причем сразу же, как только в этот Дубай Молл зашел, прямо на входе. Достаточно тонкий. Поэтому я говорю, что он, скорее всего, он-то еще популярнее меня раз в тысячу. Он поэтому утром приперся, когда людей мало, еще и летом, когда в принципе людей мало. Его не узнавали. На молнии. Но она такая, что порвется очень быстро, я чувствую прям. Ну вот эта тема оторвется, вот эта вот. Very быстро. Пока ничего качественного. Это бриджи, как я понял. Якста бриджи. Это выглядит как бриджи. Это выглядит правильно? Как. Ну серьезно, если он это купит, то я не знаю, как он будет. Он как клоун будет в этом ходить. Вот эти широченные полушорты, полуштаны, что это? Ну, я хочу шорты, я не любитель бриджев, я или штаны чисто ношу, Вася или шорты. Такой будет бегать. А, типа длинные шорты. Но тут застежка хорошая. Ты, серьезно задумался о том, чтобы это приобрести? Дефолтная, хорошая. Которая легко открывается, легко закрывается и, скорее всего, не оторвется. Так, а где размер смотреть? Я уже представляю, как это видео придется нарезать, потому что я буду тратить на это, не знаю, часы сейчас. Мне нужно L-ка, несколько часов будем смотреть, как в любом случае, для начала. И очень не хотелось бы звать продавцов, потому что да, им может не понравиться. Да, то есть придется контактировать, это так себе. Потому что их снимают, поэтому придется самому разбираться. Ну, если, да. E, то есть Европа S, USA S. Знаешь, тогда не подходит. USA S. Так. Надо было папичу в Америку отправлять, чтобы он не трясся, к сами того, что где может снимать, как нельзя, а если вдруг, а если что. Хотя в Америке именно внутри магазина тебя тоже могут попросить камеру вырубить. Но здесь нет такой тряски по поводу людей на улице или где-то в магазинах, да, что если кто-то в кадр попадет, всем... Почему нельзя клеить бирки, вот типа с размером, вот прямо вот здесь? Почему должен где-то тут внутри искать? Как я должен это вот найти? 87% полиэстер. Ну, это мне явно нравится. Но где размер? Ну, блин. Полиэстер. Размер. На какой? I need L. L. It's possible. This one, thank you. Okay. Where I can change? And check. Straight in the corner. From cash counter corner. Okay, I understand. Thank you. Okay. Бутылка. Бля, я думал, этот мужик там стоит, типа свою бутылку поставил. Он подходит, типа берет его. Бутылка. А это нет, это именно она продается. Ладно. Бутылка прикольная. Но мне нужно больше шортов, потому что я в этих не уверен, это же бриджи. Бля, надеюсь, он их примерит, эти бриджи, и покажет. Мне просто интересно, как на нем это выглядит. Еще одна бутылка. Да нахуй тебе бутылка, господи. Ну, мне в идеале нужна кружка. Правда, я уже купил кружку. Ну. Но можно еще одну поискать. Нахера тебе столько кружек? О, стоп. Штаны неплохие. Так это штаны. Стоп, штаны приятные. Стоп. Нет. Стоп. Сержинио, спасибо большое тебе за переподписку. Nike штаны. Приятные. Но нужно приятные. L. Так. Стоп, досмотри до конца. Она достала L-ку где-то в конце. То есть, по идее, я так понимаю, первые, которые висят, это S, потом M, потом L. Это был бы идеальный тайминг для рекламы Steam в видосе. Когда папич начинает говорить, стоп, досмотри до конца, дальше, соответственно, реклама нет, начинается. Я так понял. Что ж так сложно с этими размерами? Почему нельзя повесить бирку вот здесь сразу, чтобы было видно L это или что это? Да, блядь. Я просто стою, ищу. Стоп, у меня нет отца. Досмотри до конца. Гайс, на видео будет на 10 тысяч часов. Это S. Так, очевидно, хорошо. S. Но мне нужно L. Может быть, это L?
L? Нет, бля, M. Это вроде L. Ну, не знаю, тут вижу одну букву L. Блять. Тут вижу одну букву L. Блять. Для меня такой-то ад. Я просто не понимаю, что где, где смотреть. I cannot? Опа, минус камеры, походу. Окей. Останавливаю. Так, ну что, купил? За карточку один виноча. Блять, он что, эти бриджи натянул, что ли? Стоп. Моднич, блять. Реально? Ты же шорты хотел, что это? Ну не знаю, блин. Ебать носочки, у него там что, далматинцы? Блять. Первый раз в жизни купил. Ебать, у него медвежата какие-то на носочках нарисованы. Стопы. Мне все это время... А, не, нормально, я долбоеб. Господи, какой же я тупой. Бля, у него медвежата. У бриджи? Смотрите, медвежата как-то... на носках. Вообще не... Ну, не знаю, слушай, ну, как бы, когда вот они... Они такие, типа, ну, как бы, коротенькие слишком. Как мне кажется, да? То есть, как будто бы подстрелены ходят. Как мне, помню, батя говорил раньше, блядь. Когда мне там, не знаю, надевало слишком короткие штаны. Что-то как подстреленный, блядь. Не мое. Мне еще и нога в них чешется, и в них как будто жарко. Я не могу понять. То есть это как шорты? Ты же шорты но хотел. Мне как будто жарко. И они мне здесь ногу чешут, смотрите. Колхозаврыч. Короче, какой-то пиздец. Ну вот. Ну а нахуй ты их купил-то, господи. Неудобно. Никогда раньше бриджи не покупал. Бля, я сука. Это же реально, типа, у клоунов там, ну, типа, такие штаны. Типа, ну, короткие, да, чтобы тапки торчали с носками. Бриджи, которые я носить, скорее всего, не буду. Да, ладно. Носки не купил, то есть шорты не купил. Почему не купил-то, блядь? Кресло не знаю, где искать, потому что я здесь потерялся. Почему не купил? Пошли поищем цепочку, я не знаю. Ну, Дайсон возьми себе. Скорее всего, скажу в магазе, ювелирную, уверен, почти на 100%. Так же самое скажу, скорее всего, не снимать. А, сложно. Потерял еще. Так, а где ювелирный магаз? Полиэстер это... Полиэстер это синтетика, он 110, чтобы в Дубаях такое носить. Снова к навигатору. Будем искать. Да ему вообще похуй, блядь. Ему это на самом-то деле и не нужно. Он, ну, для видоса просто все это записывает, покупает. Я уверен, он домой вернется, снимет это говно и вообще носить больше не будет. Так, навигатор. По сути, я только начал этот видос, я уже устал. Так. Джевелери. Джевелери. Почему 188 метров? Как такое может быть? Ну, в смысле, далеко, типа, или что? Я не понимаю, в чем проблема? Ну, а давай это. Юрки. Эй, братишкина. Что случилось? Да его утек, что такое? Что такое? Так, не понял, что тут такое. Гол! Так, подожди, не понял, еще раз. Че? Ничего не понял, блядь. Братишкин, весею! Так, он сделал пост, я сейчас... А можно было без банворда, блядь, это делать? Алло. Так. Осуждаю. Ой. Так, чё, охуеть, Дуров решил с нами бабками с рекламы делиться, нормас, а то сам всегда хуйню подключал, а подписан меня скидывает. Все скидываешь, что я скам рекламлю. Потом он добавляет, ага, дай мне денег, я так пост закину, нихуя себе охуел. И скрин. Спальня деда.
А шо, ебать, да? Нормальная реклама, что тебе, блядь, не нравится-то, я не понимаю. Денег у тебя, что ли, нет? Ну и заработай. У тебя там 8 миллионов в месяц, ты сам, блядь, на стриме рассказал, что ты зарабатываешь по 8 лямов. Что ты там рассказываешь себя теперь в ТГ, денег у него нет. 8 лямов, блядь, поднимает в месяц. Ты у меня денег нет сейчас, блядь. Я в твою мать. Да, а шо? Ну все, блядь. Бедныч. Куда идти, бля? Сколько там падает в ТГ, не знаю, у меня пишет 0. До сих пор, по-моему, статистика не обновилась. 0. Статистика. Монетизация. 0. 0. Нет нахуй никакой рекламы. О, нет. Вы что-то поняли? Да, еще раз, блядь. Что с тобой? Куда идти, бля? Что такое еще раз? Ну, а давай это. Так. You are here. Куда идти, бля? Вниз по элеватору. Эскалатору. Вниз. Который, блядь, походу прямо за твоей спиной находится, как я понимаю. Вниз идешь. О, нет. Вы что-то поняли? Вот спустился, и потом, как спустил, сразу прямо идешь. Направо, и все. И вот здесь, в этом вот круге, в этом кругу, соответственно, магазин. Чего непонятно, блядь. То есть я здесь? А где я? Ага, окей, я здесь. А, перед ним. Мне нужно развернуться отсюда. Эскалатор. Пройти около Анджелины магазина, около Луиса Витоныча. И попасть куда-то сюда. По какой стороне я должен пройти? Стоп. Вон лучше в магазин Work зайди. По стороне Келвин Кляйна. А где это? Я этого не вижу. О, великие силы. Гайс, это не мое. Бля, затупыч. Ну, в любом случае, надо назад идти, это я точно знаю. Буду искать глазами Луиса Витоныча и какой-то Сиприани. Да просто Дойчи. Вниз. Пошли вниз. Назад. Ай, нахуй. Куда ты? Биг затуп. Тебе же вниз надо. Сука. Я уверен на 100%. Из всех видосов, которые я буду записывать, это самое трудное. Да, наоборот, весело смотреть. Я вообще уверен, стоит его, ну, может, это... Бля, зашел бы в Бозе вот этот, Бозе, блядь, магазин. Я не знаю, куда там идти. Там колонки любую пиздатые, типа, могу продают. Не снимать. Миллиард людей. Это борода. Хоть цепочку и идет еще не туда. Тебе вниз надо? Как понимать эти карты? В какую сторону идти? У него топографический кретинизм, ты не видел, как он в игры играет. Пошли к следующему. Не, ну вы на его месте не были. Бля, ну так-то понять можно. Человек впервые находится, возможно, впервые. Там за последние 10 лет, как минимум, да? В таком огромном торговом центре. Но он не привык к таким масштабам, понимаете? К таким вот большим помещениям. Так... Подожди. Блять, он от одного. От одного навигатора к другому, блядь. Дженуэри. Винницы больше? Да ладно, блять. Угу. Ну окей, я приближаюсь. Чекпоинт. Заметьте. 159 метров. You are here. Ну конечно, но только тебе вниз надо же. Мне туда. Разве нет? Мне предлагают зачем-то снова на эскалатор пойти. В смысле, снова ты на нем не спускался, ты его проигнорил. Тебе надо, блядь. Ты просто пошел, зачем-то повернул вообще не туда. До этого мне не предлагали на эскалатор. Как не предлагали? Ты ж сам сказал, блядь, вниз надо идти. И в итоге забыл? Сука. Иван Золыч, ёб твою налево. То есть не на первый этаж? Да почему у меня нахуй Stream Elements не работает, ёбаный, блядь. Пиздец, мне донаты идут, а на экране нихуя не появляется. Говно, блядь.
НАСА, спасибо за 2 доллара. Он пришел не в 8 утра. На навигаторе 12 часов. А, окей. Майор Буба тоже вот 2 доллара. Если бы тебе предложили бесплатный билет, на чей концерт бы ты пошел? Шаман или Стиви Уандер? Блять, пиздец. Стиви Уандер, конечно. Так, ну и все, пока донатов не было. Я не знаю, если что, я ваши донаты вижу. Но почему-то, сука, они на экране не появляются. Блять. Вон, да, кстати, 12.07 PM. 12 часов дня. Ладно. Подожди, а где экскаватор? Ну это рановато для торгового центра, так или иначе. То есть, в 11.30 где-то пришел в торговый центр. Да, мне оператор показывает пальцами, куда. Да я сюда не понимаю. Ладно, пошли. Фух. Фух. Тяжело. Еще один спортивный магазин, можешь зайти в него, раз я тут рядом прохожу. Вон Adidas, который ты искал. Пошли зайдем. Отражение? Задушу. Где? Какое отражение, блядь? Где вы там? Магазин, можешь зайти в него, раз я тут рядом прохожу. Надеюсь, меня не задушат. Пошли зайдем. Задушу. Раньше? А! Ну там ничего, блядь, без изменений. Опять она ходит в своей этой теме. Фу. Ну да, опять. Тяжело. Еще один спортивный магазин, можешь зайти в него. Черный плащ. Раз я тут рядом прохожу. Надеюсь, меня не задушат. Зато Пошли. Крамыч ищет носки и кружку. Имея больше 60 зеленых на карте, несет ахинею. Это ведь не гениальность, а эванзализм в запущенной стадии. Идем. Задушу так задушу. Ну, поделать? Бля, если бы он, ну, все по-адекватному делал, это было бы уже неинтересно смотреть, понимаешь сам как-то. Ну. А сейчас так спросим. Мы смеемся, ну. Куда зашел-то? Попробуй поискать кроссовки в сеточку. Для начала. Сила Юдов, спасибо. А, кроссовки в сеточку. А че у него все, блядь, какая-то тема на сеточку? Ну, такие, как у меня, я вряд ли найду. У меня элитные. Хотя... Элитные? Вот, вот вроде много дырочек. Хоть какие. Да, блядь, купи ты иголкой дома, протыкай эти кроссовки, сделай дырочки вручную, господи, блядь. Я так делал с ремнем, так как я очень худой, я когда в школе учился, ну, мне надо было брюки, соответственно, там купить, да, и ремень натянуть. А ремень, соответственно, был, ну, слишком большой для меня, вот, то есть, ну, не хватало, соответственно, да, то есть, я, скажем так, его натягивал вот так, ремень, а дырки нет. Ну, потому что, если его ослабить, у меня штаны выпадут. Соответственно, мне приходилось вилкой протыкать ремень, делать дырку, короче говоря, чтобы, ну, нормально держались на мне брюки. Эти можно и примерить, хотя сбоку нету дырочек. У меня везде дырочки по всей. А... Ну, тут тоже вроде дырочки есть, но у меня больше. У меня буквально, видите, везде дырочки. А здесь, кстати, здесь не по всей площади. Ой, блядь, нет, чтобы знаете, зайти, я не знаю, в Louis Vuitton, там обувь посмотреть. Или в какой-то другой дорогущий магазин, ну, блядь. Элка. Мне нужна Элка именно. Не, стоп, мне нужен размер 45-й. Какая Элка, блин. Я спрашиваю продавца, а продавец попросит не снимать. Can I have 45? 45? Yeah. Okay. Окей, продавец пока не душит. Смотрим дальше. Смотрим. Мало дырок. Хотя, ну, не, мало дырок. Лыжич. How many two minutes? 45? Yeah. Thank you. Мало дырок, большие дырки, но мало дырок. Fortnite, блядь. Fortnite. Мало дырок. Мне нужны дырки. У Попича оператор Бэтмен. Вентиляция главная в обуви. Если не зимняя обувь, конечно.
То есть осенняя, да, весенняя, дырок, летняя, главное — мало это дырок, мало дырок. Ну, что типа такого, только не такая уебищная стилистика. Сейчас уйдет, да. Блять, обувь должны принести, он уйдет вообще. Почекаю шорты. Да, все-таки шорты, я думаю, стоит взять. XL, L, мне надо L. О! О! Шорты с замочком. Потому что без молнии это, ну, неприемлемо. Всегда есть шанс, что что-то выпадет из кармана, важно, это борода, это конец жизни. Это борода. Так, ну давай. Все, берем, да? Так, даже кроссовки должны понести, шорты должны. А размер посмотреть. И пока не просят, не заставляют, не снимать. Бля, я себя чувствую, короче, знаете, вот этим вот долбоебиком, который за мной по Виннице бегает какой-нибудь и снимает меня. Я теперь такой же чел. Всех раздражаю, хожу с съемками. Пиздец. Ладно. Так, я жду кроссовки. Так ты иди туда. 45? 45, скажи. 45. 45. Я жду, гойс. Ну, а пока еще шорты посмотреть, раз тут ухожу. Да что ж ты, блядь, с этими шортами, ты уже заколебал. О! Вот эта хуйня бы ему вообще подошла, пиздец, я считаю, вот золотистая какая-то рубаха. Вот он, если бы в ней ходил, вообще бы балдеж был, реально. И вот эти штаны тоже золотые. Вот это было бы заебись. Эх, ну он, конечно же, наверное, даже внимания не обратит. Так. Молния. Повернись, вот идеально для тебя не пойдет. Рубаха. То есть кроссовки в любом случае с дырочками, шорты в любом случае с молниями. Иначе никак, только так. Ну, вон, ну там... Был бы я его оператором, я бы ему подсказал. XXL, но футболка в теории неплохая. Но это синтетика. Оператор, проверь, синтетика. Блять, сука. Я минуточку, мне просто кое-кого напомнил. О! Сколько стоит 375 сафонов? Оплати. Давай. Сколько стоит? 150 рублей. Сафонов? Оплатить. Такая шкуня только, блядь. Оператор. Синтетика. Оператор. Проверь синтетика. Ну это синтетика. Оператор, проверь синтетика. Блять. Оператор подтверждает, синтетика не пойдет. Оператор даже, блядь, типа, смотрел. Она уже просто такая, типа, да-да-да, блядь, синтетика, иди нахуй. Даже интонация та же, блядь, реально. А ну, а это? Это хлопок? Оператор. Синтетика. О. Что, она как? Она просто щупает и такая, типа, да или нет? Или по запаху, блядь, уже определяет, хлопок это или синтетика? О, это хлопок. Охуеть. Так. Она даже не посмотрела, она просто пощупала. Правда, это белое, блин, я же белое не ношу обычно, но это хлопок. Гайс, это хлопок. Ну, хуйня, ну что это за хуйня? Ну, господи, что... Майка, блядь, с кроссовком. Блин, если бы оно было черное, вот, было... золотистое, охуенное. Так, это чекаем, это мы чекаем. Блядь, он будет... И жду кроссовки. Ну это же хуйня какая-то. Если уж ты черные шорты взял, то, наверное, черную рубаху. I try when I dress. In dress room. Футболка, да какая. Can you give me balls? Can you give me balls? Left and right. Just tell me where it is. Okay. Thanks. Where is this? Is this way? Okay. Померить хочешь ли? Или он уже купил, что ли? Затуп. Затупыч. Наш чуть не упал, блин. Нахуй мы золотистые, как долбоёб будет. Thanks. А вот эти вот бриджи, которые он себе купил, или как они там называются, вообще прям классно. Ты каждый день стримишь? Конечно, блядь. А ты только сейчас узнал?
Я считаю, что ему наоборот к лицу как раз-таки будут те самые золотистые штучки. Ну реально, я вот уже на нем вижу эту золотистую рубаху, бля, охуенно будет. Типа, ну, есть люди, которым это к лицу. Я считаю, что ему это будет к лицу. It's for men and for women. Шарварыч. Okay, nice. Thanks. Да, оператора он себе запустит туда. В раздевалыч. Так, тут неловкий момент. Заходить или не заходить? Что делать, блядь? Как-то, не знаю, вообще в Дубае принято так. Заходи. Так. Заходи. Так, а это женщина. Ебать, маникюрчик там, нихуя. Ебать, маникюр какой. Ты посмотри. А, вам не видно там. Ну, маникюр там не дешевый. Не дешевый, бля. Блять, дайте глаза рассмотреть. Ловушку загнал. О. Ну там молодая какая-то девка, я так скажу. Конечно, не 14 и 1. Ну и не бабуля. И явно не мама. Как некоторые думали до этого. Ну, по рукам видно же, ну. Мало места знаю. Так, ну, смотрите. Ой, бля. Ну, это мой дефолтный кроссовок идеального дизайна. Если бы это была какая-то левая женщина, как он на стриме говорил, это оператор, который, ну, типа, она просто, типа, снимает. Ну, мне кажется, что какую-то левую девку, ну, не стал бы он, соответственно, вот так вот, в такую маленькую комнатку тесную, ну, типа, разрешать заходить. Абсолютно везде дырочки. Много-много дырочек абсолютно везде. Такая паутинка прямо из дырочек. Везде. И вот этот кроссовок. Во-первых. А чем они отличаются от тех, что у тебя вон стоят, твои были, блядь? Одно и то же, только логотип поменялся. Дырочки не везде. Или там дырочек нет? Ну, вроде как бы вентиляция достаточная. Бля, носки это пиздец. Ай, блядь. Что непривычно, смотрите. Да, это го! Тык не тянется. То есть вот здесь. Это же мультик есть про этого медвежонка, блять. Как его зовут-то, я забыл уже. Который еще на льдине вроде там уплыл куда-то. Умка, блять, у него носочки. Умка! Язык можно натянуть. А здесь не тянется. Я вообще первый раз вижу кроссовки, в которых язык не тянется. Супер непривычно. Да, да, там еще эта песня просто про маму. Когда у меня есть, в принципе, две пары сейчас вот этих, потому что я не поленился с собой взять их. Вот футболка. Милыч. Хлопковая. Ну, футболка неплохая, блин. Но шорты, если бы они были хотя бы чуть длиннее, если бы они были до колена. Потому что тут прикол в том, что... Длиннее. Они как будто просвечивают. А, ну шорты, блядь, я даже не заметил. Просвечиваются. Они слишком... Не, ну рубаха, футболка, конечно, пиздец просто. Ну что это за кроссовок по центру? Ну, по-моему, выглядит как хуйня какая-то с этим кроссовком. Ну, реально. Они слишком короткие, они еще и просвечиваются, я не знаю. Ну, вот их длина, все. Нихуя волына, блядь. Есть молнии. Карман с молнией. Нету кармана сзади. То есть идеальные шорты, это которые до колена, в которых два кармана на молниях спереди и как минимум один сзади. Задний карман на молнии тоже. То есть эти шорты, ну... Явно лучше того, что я купил, явно лучше вот этих. Бля, ну я не знаю, я покупаю, что попало, потому что у меня, да, по сути, бесконечные деньги с карты. Сейчас буду бесконечно переодеваться. Каждая новая склейка будет в разных шортах, судя по всему. Так, ну, наверное, окей, возьму эти шорты, эту футболку, но кроссовки стоит ли брать? Донат прочти. Так. Так. Хаунды. Папич обычно покупал одежду у тети Оксаны, которая возит вещи из Турции. Мерил обувь на картонке, как все великие люди. Да, причем даже в наше время, в современное, он продолжал это делать на картонке, там, на рынке где-нибудь. Вот, поэтому ему не западло там носки с умкой, блядь, носить, как бы. Не, нормально, в принципе. Айла,
$5. А, и хаунду $4, спасибо. Сегодня я вручную все зачитываю. Бля, привет, кот. Я кот? Отсыпался от смены и проебало полстрима. Ты что, не опаздываешь теперь? Все теперь. Это все из-за казиноча. Видите, как казино положительно влияет на меня. Спасибо за $5, Айла. $3 директиур. С его уровнем интеллекта я в шоке, как он смог пересечь границу Украины. При этом не сделав какой-либо херни. Он же абсолютно недееспособен его в хоспис завести. А не в Дубай. Да шо вы, блядь? Ну алло. Так может поэтому он и границу пересек украинскую спокойно. Может у него реально есть какой-то диагноз. Не, я не, блядь. Я без негатива. Ну то есть может быть у него реально есть какая-то тема. Связанная вот с головой. Я не знаю, типа, я так не утверждаю, я так не считаю. Я вообще считаю, что это просто его образ. Он просто немножко прикидывается, чтобы люди ржали, смотря вот его видосы. И все. Блять, я не хочу его обидеть. Я его уважаю, типа, он нормальный чел. Просто если он вдруг посмотрит мою реакцию, и он скажет, типа, что если он не прикидывается, а я говорю, что он прикидывается, и, ну, и для него это обидно будет звучать. Пиздец. Я, опять же, я еще раз говорю. Он нормальный, у него все нормально с головой и так далее. Просто человек не привык находиться в таких условиях. Он 10 лет не выходил из своей квартиры. А здесь он резко попадает, блядь, в Дубай, в огромный торговый центр, где он, конечно, блядь, потеряется. Ну вы представьте, всю жизнь вообще не бывать в таких местах и тут резко там оказаться. Естественно, он потеряется. Ну вот и все. Так же и с одеждой, ну, блядь, ну не привык он ходить вот так по торговым центрам, себе одежду покупать. Это тоже можно оправдать таким образом. То есть не обязательно, что у него с головой что-то не так. Непонятно. Блин, могу взять. Прикиньте, ебало, представили? А если я возьму кроссовки и буду идти одной ногой в старом кроссовке, а одной ногой в новом? Сука, охуенно. Ну да, блядь, ты покупаешь кроссовки, которые ничем не отличаются от твоих предыдущих. Ой, сука. А в чем я не прав? Подожди, стоп. А в чем я не прав? В чем я могу быть не прав? Сука. Че загнался-то? Бля, в чем я не прав? Подожди. А в чем я не прав? Я так и сделал. Сука, подожди. Че за хуйня началась, блядь? Непонятно. Блин, ну могу взять. Прикиньте, ебало, представили? А если я возьму кроссовки и буду идти одной ногой в старом кроссовке, а одной ногой в новом? Нахуя? А в чем я не прав? Подожди, стоп. Ну, не прав ты в данной ситуации в том, что нахуя в принципе это делать? А в чем я не прав? В чем я могу быть не прав? Да ни в чем ты не прав, блядь, ты можешь так делать, только нахуя? Бля, в чем я не прав? Блядь, шиза, сука. Шизыч. А в чем я не прав? Я так и сделаю. Нахуя? Я так и сделаю. Не, ну ладно, в принципе, для контента ок. Я так и сделаю. Ладно, стоп. Окей, для контента заебись. Ок. Надо переложить все свои приколы. Напоминаю, топ 1000 по адекватности. Из старых шорт. Ладно, окей. Не, вообще, в этом есть смысл. Он может надеть на одну ногу новую кроссовку, на вторую оставить старую кроссовку. Походить и сравнить, какая из них удобнее. Ебать. Гениалыч. Так. Надо без палева все переложить. На всякий случай, если бы карта не работала, она работает. Я уже оплатил эти шорты. Смотрит, как на жертву. Не тестили ничего дорогого. Но я очень сильно сомневаюсь, нас пустят в ювелирный магазин. Бля, как это операторша не устает постоянно вот так камеру держать? Я, ну, типа, ну, серьезно, на самом деле, если так долго держать камеру вот так вот, ну, у тебя рука устает просто-напросто. А снимать? Я что-то пиздец сомневаюсь. Я надеюсь, он хотя бы деньги и платит за это. Так, главное карту не спалить. Надо на умничах. Уп, ничего не палим. Штатив. Какая разница, ты штатив вот так держишь тоже. У тебя рука, так или иначе, она висит. Она, скажем так, держится у тебя. Какая разница, у тебя штатив или еще что-то. Так, все перекладываю. Тел. Тел. Ключи и карта. Тел.
Так, вроде все, сейчас попробуем выйти. У нее штатив вместо руки, а. Я буквально буду в одном новом кроссовке, в одном. В одном старом. Так, ты оплати сначала. Так, пока не забыл. Кстати, следующая ставка будет на бой Аспинала и Блейдса. Чего, блядь? Поставлю на Аспинала, скорее всего, то, что он выиграет там в первых раундах. Сейчас что, типа, понял. Такого поставлю. Это сейчас интеграция началась? Ставлю. То есть, либо на него поставлю, там, скорее всего, будет супер маленький. Охуеть. Ну, он и клоун, конечно, без негатива. Not bad. Спасибо. Так, стоп. Блядь, он решил с мистера Биста взять пример. Неожиданная интеграция посреди видоса. Так. $2 НАСА. Тяжело на это смотреть и понимать, что я никогда сюда не приеду. И даже если попаду, у меня не будет столько денег, чтобы покупать стаканы за $200 просто так. С чего ты, блядь, это взял? Во-первых, в Дубай не так уж и сложно прилететь. Я также думал когда-то про США. Смотрел на Ютубе видосы про Америку, еще в Новокузнецке жил, смотрел с веб-камеры, короче, веб-камеры Нью-Йорка. Сидел такой, бля, я никогда туда не попаду, а я теперь живу здесь. Либо на то, что он выиграет в первом или во втором раунде. Я прям уверен в этом, ну не знаю, на процентов 90, 90 плюс. Это будет следующая ставка. Так, ну это еще первая ссылка по стриму. Пошли на выход. Ю-ху-ю, спасибо большое за рейд. А, не забыть свою кофту один вин. Я пока в ней не буду, наверное, находиться. Да ты охуел, что ли? Тебе деньги платишь, чтобы ты... Бля, он опять кинул своих рекламодателей. На всякий случай, кстати, Мэвик повысит шансы, то, что я попаду... Пиздец, он уже второй раз это делает. Ему заплатили, чтобы он ходил с логотипом Ван Винич. Он берет, просто покупает, я не знаю, футболку с другим брендом и просто бесплатно начинает рекламировать Найкич или там, я не знаю, блядь, Луи Виттоныч. Магазин ювелирный без проблем. Нормально. Хотя вряд ли. Так. Погнали. Кидалыч, сука. Погнали. Просто все уже мои вещи, это шорты, в которых я пришел. Закупает шорты. Прям ходит с сумкой из Эмиратов. То есть ему в первом классе, когда он летел на самолете в Дубай, там выдают сумки вот такие вот. Он забрал эту сумку и ходит теперь с ней. Он как бабушка моя, блядь. Которая, типа, ну, там, ей дали пакет в магазине, она потом всю жизнь с этим пакетом ходит. Вот эти точно не нужны. Ой, не а эти, по крайней мере, пойдут как домашние. Как домашние, это терпимо. Все, беру свой кроссовок. Подожди, где второй кроссовок? А, вот он. Подождите, блядь, это такой затуп. Что? Ладно. Так, беру свой кроссовок и скажу ему, что он мне запаковал старые новые. Интересно, какой у него ебало будет. Пойдем. Бля, вот это пранк. Вот это он пранк решил устроить, конечно. Сука, блядь, пранк нахуй. Папич стал пранкером. I'm taking everything. I'm taking this, and... Ну давай, попробуй еще. Объясни продавцу, что за хуйня вообще такая. There is only one. I put one new and one old. You see? It's mine. This is yours, yes. So you want to wear like this right now? Yes, I want to wear like this. Okay, no problem. Okay, it's okay. By the way, do you have Skechers in your store? They're Nike. It's Nike store. Okay. Skechers. Oh, Skechers. Which one? Skechers. Adidas, Nike, or? No. Чего? Скетчерс и скетчерс? Скетчерс, скетчерс, да. Чего? Скетчерс? Near аквариум? Скетчер стор. А, скетчер стор. Or you can find it from Go Sport as well. In Go Sport? Yeah. I was before in Go Sport, I didn't see скетчерс. No, no. Not a single скетчерс sneakers. Okay, then you go to the скетчер стор. Near аквариум. In this mall. Customer service in the mall, they're gonna show you exactly. It's in this mall, right? Yes. Okay, thank you. So, can I pay? Okay. This one you order right now? Yes, yes. Can you take out the... Can do it while it's on me? Yeah, let's go. Let's go. Блядь. Let's go. Стоп кадр. Скрин тебе, бля. Хуя закупился вообще, блин. Кроссовочки, шортики и все, да?
Вы там не теряетесь. Вы там не теряетесь, ребята. Да мы-то что, мы-то не теряемся. В отличие от некоторых. Is it possible to do it like this? Or... Like what? What do you mean? This one should be... Ah. Should it be possible? Sure. Yeah. Yeah, come. Okay. А, носки еще. Do I need to sit down? Подожди, а он... Yeah. Sit down where? Кто, кто? А носки, подожди, он же не купил. You can't be nice. We have it separated, huh? This one. You have to remove it. No. У него синдром Ичгенеича Уэйтусмар. Окей. Православный табор, спасибо. Короче, из-за того, что футболка на мне, он хочет, чтобы я как-то там присел, вот туда аж, чтобы он снял с меня штуку, которая... вот эту вот штуку. Хотя я могу присесть, подождите, я мог присесть. Я просто... Присесть? Не, в Дубае ты можешь присесть, там это легко сделать. Сначала не понял, как он хочет, чтобы я присел. До меня не дошло, блин. Ну на картаны сядь и все. Так. А карту? Я каждый раз палю карту, каждый раз палю заднюю часть карты. Я уже не знаю, как ее держать руками, чтобы ну, потом не приходилось никому ничего замазывать. Фу, блин, это реально, это точно из всех видосов, которые будут, которые, я не знаю, мне предстоят, что мне там в голову придет, это точно самый сложный. Это при том, что я толком даже ничего не купил еще. Что да, это... если это считает сложно, то... Что я купил-то? Носки я не нашел, шорты идеальные я не нашел, футболку взял, но это даже не было в моих планах. Кроссовки? Кроссовки я тоже не особо хотел покупать, мне не было прям планов купить кроссовки. Я же говорю, у меня был список. Мой список состоял из, получается, носки, шорты, кресло. Да. Ничего кресло, из этого, по сути, я не купил. Идеальных шортов нету. Цепочка, кеды. Бля, точно, кеды. Мне нужны кеды для пробежки, мы без здесь. Так нахуй ты кроссовки-то взял? Ну, а спросить. Мне нужны кеды для пробежки. Ой, бля. Ну, я могу бегать и в кроссовках, но лучше кеды. Хотя кеды я могу заказать в теории, кеды можно заказать. Мэби не париться сейчас с кедами, потому что реально это можно подзаебаться здесь. Ждем, пока мне снимут все эти бирки. Конечно, можно было сделать проще, я мог это все снять. И мне уже все сняли, я бы уже уходил. Но я ж не ищу, блядь, этих легких путей. Сука. Ну ты что, блядь? Что это такое вообще? Просто взял, нахуй, где ты жители? Что? С нихуя. Блин. Я вахую. А, ну да, вот так. Сейчас как упадет. Ты проверяешь, сколько не весит. Да, инспекция. Оп, там кто-то аж выглянул. Такой, что ты делаешь? I'm so sorry, they're saying it's not allowed like that. You need to take it. I need to remove it. Oh no. Че, опять карты? Окей. So I need to remove just short or shorts too? Both of them. Oh no, okay. О, но... Что? I'll remove that, I'll give you back. То есть ему надо переодеваться все. Окей. Я снова... О! Ну вот! Переоделся? Да. Нехер обманывать рекламодателя. Я снова Ван Виновец. Из положительного я смог остаться в разных кроссовках. Can we pay? There? Окей. Okay. Я думал, мы здесь платим. Mm-hmm. You want a pair of socks? I want very light socks with nets, like my sneakers. Do you have such socks with nets? Yeah. With holes? With holes? Нет, блядь, Twix. And nets. We have three types of socks. We have the crew one, the ankle one, and the no-show. There will be some like. I need like this. Longer one. Longs, long and with nets. Is it possible? Nets? Three pairs in a pack? No nets, no nets. It's without holes. With holes? Yeah, I want with holes, like nets with holes. А ему типа на свою девушку похуй, он так мне нужны кеды, а ему девушка говорит, мне нужны Dyson. А он ей говорит, покивай головой или как? Чего, блядь, ты написал хуйню какую-то? No. Okay, then no need, thank you.
Носки нужны только с дырочками. Опять дырочки, блядь. Задолбал с дырками своими. А мы что, мы будем смотреть просто, как он в очереди стоит, серьезно? Комната ожидания оплаты. Вот это контент, конечно. Блядь, дед, давай быстрее, у нас тут съемка идет. Чего они перестали лица замазывать? Просто хуй положили и все. Очередь. Очередь, да. Купи ногу. Просто, блядь. А можно купить ногу? Кусок ноги. А ты носки снимаешь, ты что делаешь, блядь? Ля, сука, фут-фетишист ебаный. То огнетушитель трогает, то пятку решил посмотреть. Амаралыч. Ненавижу очереди, даже из одного человека. Да, стой. Интересно, зачем здесь ленточка? Да, не знаю. Для чего она? Я могу перейти, переступить ее. Ну да. Я вам это докажу сейчас. Буду ленту переступать. One is mine. Интересно, он забудет нам доказать это? Are you tourist? No, not really. Чё? У него спрашивают, ты турист или чё? Ещё раз. Are you tourist? No, not really. Not really? I'm not on vacation. Why? А, такс-фри. I don't care, you can do... Террорист? No, I don't live here. Are you terrorist? Not really. I mean, I have ID. Yeah, I have ID, but I'm not planning to... The total is 1,050, sir. 1,050? Yeah. Can I pay with ship? With ship? Yeah, with ship. Yeah. Спросили, он путинист? Вифро, спасибо за переподписку. Лапки, спасибо за переподписку. $303. Сколько, блядь? За шо? Да нет, ты нам пин-код покажи. Сейчас опять ошибка оплаты. Payment approved. Ой, да ладно. Thank you. Так, доказывай. Окей. You have another bag? Can I put it in my bag? Signature? Where? In my bag, just in my bag. Where signature? Just give me. Can I just... I think it will fit this way. Ёб твою мать, давай быстрее. Yeah, thank you. Thank you very much. О, да ладно, не забыл доказать. Че, блядь, просто в пакет переложил. Пошли. Я же говорю, я вам докажу. Молодец, не забыл все-таки. Что, эта ленточка там не нужна. Ой, блядь. Ну, знаешь, не каждый будет такой хуйней заниматься. Пришагивай. Где выход? Оператор, покажи головой. Оператор еще и компас. Мах.
Как вы думаете, кто в этом видео первый умрет, я или оператор? Я не уверен. Чё? Как вы думаете, кто в этом видео первый умрет, я или оператор? К чему это он вообще сказал? Бля, реально маньяки, сука. Это сейчас была угроза? Я не уверен. В сторону оператора? Так, а что дальше-то? Это он все купил. Так, все, идем искать ювелирный магазин, потому что я устал. Может быть, я запишу вторую часть этого видео? Ну, бля, не надо. Запиши уже свою виллу, блядь, как ты там живешь. Про стул я так прям на кресло даже забил. Так, опять нужна помощь зала, в скобочках Усталый. Оператора. Показывай головой или пальцем, куда идти за ювелирным магазином. Ну, по той карте, что мы... Как она тебе сейчас пальцем это, блядь, покажет? У нее еще палец растягивается вот так вот, знаете, типа... И может показывать путь. Помните жвачка Бумер? И там был герой, который растягивался. У него рука так могла растягиваться, нога там и так далее. Вот у нее палец, походу, так... И до магазина прям линия в виде смотрели. Пальца. Вниз? А где вниз? Ну, на первом этаже. Ну, где вниз, блядь? Ну, лестница, ну, ёп... Вот, где тут вниз? Ну, блядь, возьми через забор, блядь, перепрыгни вниз, спрыгни, господи, если ты, блядь, по-другому не понимаешь. Жи. Вот смотри, где мы сейчас находимся? Пройди туда куда-нибудь, там где-то есть эскалатор, господи. Где лестница вниз? Там? Ну где-то... Это пиздец. Фу. Там еще лифт, кстати, есть. У меня есть. Один кроссовок же грязный получается. Положил грязный кроссовок, потому что я в него ходил. Да. Там же один мой. И получается, ну я же в разных, да, один мой остался, и я положил его с одеждой. Да. Ой, бля. Ой, бля. Гениалыч. Ой. Это один сплошной фейл. Это один бесконечный фейл. Вот это уже формат видео, так сказать. В каком-то, да, огромном месте. Фейл. Где непонятно, куда идти, где непонятно, где можно снимать, где нельзя снимать, где могут в любую секунду доебаться, где огромное количество народу. Огромное. Нет, еще нихуя. Людей вообще нет, в принципе. Тяжко. Вот если бы папич туда зимой отправили в Дубай, ох, нахуй. Вот. Ему бы вообще не дали снять видео, я думаю. Его бы там останавливали каждую секунду. То есть вниз это прямо. А можно, фотку? Ключи, карточки. Так, спортивные магазины больше не заходят. Прям... Я думаю, пока хватит. Кстати, кроссовки на самом деле удобные, которые я купил новые. Ну, более-менее. Если их расходить, будут удобные. Интересно, это не вредно для здоровья, когда стоит. Разные кроссовки? Гигантский. Ну, они же, наверное, как бы у них высота разная. Я иду, как, ну, когда у них... Осуждаю, блядь. Значит. Паня, ты че, блядь? Так где вниз? Осуждаю. Асуич. Может быть, там еще один есть навигатор? Ну где-то будет, по-любому. Какой вниз? Нам тот вниз? Да любой вниз, блядь! Я не понимаю, где вниз. Любой вниз, любой, понимаешь? Похуй, просто нам надо спуститься вниз, и все. Не, по-моему, мы потерялись. Может нам тот низ, вон тот низ. Да. О, нет. Go. Мы снова около госпорта. То есть я тут был, но скетчерсов я там не видел. Ну, меня попросили быстро перестать снимать, то есть я потом там смотрел вещи. Вы этого не видели. Любой! Я не могу понять, на ресепшене мне сказали, что можно снимать. Тут ходят куча людишек с телефонами, которые тоже снимают. Ну. То есть как понять вообще? Но при этом в каком-то магазине тебя могу попросить не снимать. Частная Какие правила? Правил нет. Грубо говоря, все сводится к тому, что тебя либо попросят не снимать, либо не попросят. Именно так. К рандому все сводится. Ну да. Гол к навигатору. No, thank you. Но нет. Что она там продает? Блять. Каждый раз, когда тут прохожу, пытаются прорекламить какой-то утюг. Ну, типа, что я его купил. Я не могу понять. Так купи. Нахуя мне утюг? А нахуя тебе два стакана? Джевелери, ну, бля, куда? 130 метров ченнел этот. You are here. Yeah. Я здесь. Да, я. Да, я. Так. Поворачиваешься.
У тебя лестница за спиной. Take the escalator to the first вниз. Floor. Да, вот, вот он здесь. Сейчас мы его тейкаем. Да. И? И? И все. Ой, блядь. Ну, блядь, что, блядь-то, ёб твою мать, поворачиваешь, обходишь. Так, мы в сторону ритуала. Лестницу. В сторону Типриани, вот... Дойти и Джорджи Армай. В этот круг, блядь, зайди. А вниз. Да, потом вот так поворачивай. За нам эту лестницу. Вниз? Я не понимаю. А мы сейчас о каком? Твою мать. Два этажа вниз, да? Что бы я сделал, что бы я делал без оператора? Фу. Разве два этажа вниз? Знаете, тут можно снимать видео 24 часа на самом деле. 24 часа в торговом центре, да. Подожди, с другой стороны. Пока. Я здесь. Че, блядь? Пока. Я бать побежал от оператора. Ой, блядь, ебал оператора представили. Как будто, блядь, реально шиз какой-то сбежал от врача. Пока. Эй, бля. О, нет, слишком много народу. Сейчас будет борода, я чувствую. И я чувствую. Ой-ой. В ювелирке нас точно задушат. No way. Нам не в сторону ритуала, не в сторону ритуала. То есть нам в другую сторону. Надо повернуть, надо, да. Нам не в сторону ритуала. Не в сторону ритуала. Поворачиваешь, потом налево. Налево. Так. Так, Луи Витонович. А нам туда, по-моему. Ну можно и в Луи Витонович зайти. Подожди. Оператор, нам туда или туда? Не, по-моему, вот куда ты шел. Ну, смотрите, нам потом из двух. Или туда? Туда, да, вроде. Или туда. Не-не-не, туда. Не или туда, а туда. Туда. Разве? Ну, блядь. Это жду сюда. Ну, шанс на 70%. Ебать, реально сложная хуйня, ребята. Куда? Квест. Невыполнимый квест. Так туда же надо было, налево. Все, вроде оно. Фэшн-авеню. А нет, Фэшн-авеню. Куда налево надо было? Куда ты пошел-то, блядь? Налево надо было, не туда. Блядь, оператор, блядь. Мне нужен навигатор еще один. Оператор, блядь, такой же, походу, как и Папыч. Да Maybe, не... оно. Туда надо. Вот магаз, вижу, Calvin Klein. Нет. Туда надо было, все правильно шли. Там круговой зал должен быть, да. Они идут вообще куда, блядь. Where is Chanel Jewelry Store? А, я. Окей, бля, sense. Ну вот. Все-таки туда. Ну, тот прошлый путь. Ай, бля. Не, я видел, я все-таки угадал. Я умираю, газ. Чем больше людей вокруг меня, тем больше я устаю. Тем больше у меня усталость в секунду. О-о-о. То есть у меня накапливается дебаф усталости, чем больше людей вокруг меня. Высасывают силы из пачки. Причем, я сюда, изначально я сюда приехал как раз около открытия, около 10 утра. Но я тут уже проходил, я не знаю, сколько там видео будет, но я тут уже проходил 2 плюс часа. Давай, идем, вот сейчас вперед. Это борода. Дебафыч. Я же говорю, надо придется разделить видос на две части. Но я имею в виду в будущем что-то еще пойти поискать, потому что я толком даже ничего не купил. Давай сразу на 10 нахуй частей. Это все слишком душно. Если меня сейчас ну, задушат в ювелирке, не позволят снимать, я буду плакать. Прям реально плакать? Так. Я начинаю чувствовать дискомфорт от того, что я хожу в разных кроссовках. Что-то не так, они разные по высоте. Вон, ну, Шанель. Так, да ладно. Они же разные. И оно, походу, закрыто? Закрыто. А не, оно открыто. Чтобы в Дубае было что-то закрыто. Не верю. Почему Шанель? Почему не Фенди, Фенди, Фенди? Шанель. Нет, для Channel. А ну-ка, я спрошу сначала, можно это снимать? Нет, там, скорее всего, нельзя.
А, вот. Entrance next door. Can we, by the way, film what we buy? No, not allowed to insert. Yeah. Not allowed to film at all? Нет. Yeah. Mm. Oh, even when we buy? No, nothing. No video, no photos. Okay. Сказали нельзя, отключаем. Ну что, ребята? Бля, да. Нихуя себе. Нормально у него, кстати, смотрю, диванчик такой дорогой, блядь. Ля, сука. Ля, сука. Шел я до ювелирного магазина. Он свои ноги, блядь, показывает. Но, как вы видели, я в него не попал. В смысле, не попал? Тебе же сказали, следующая дверь. Просто не разрешили снимать, но можно же было зайти и купить все-таки, что-то хотел. Собственно, на этом... И сделать обзор. Я решил уже закончить, потому что я достаточно сильно устал. Блядь, ну ты серьезно? Путешествуя, в скобочках теряясь, в Дубайском море. И если и пробовать снова, то в следующий раз. Я уже пришел домой, принял душ. Ну, короче говоря, я предлагаю вам решить. То есть, или я пробую как-то заранее договариваться, да, ну, то есть за меня буду договариваться. А то есть, чтобы я куда-то пришел и там поснимал. Либо, если вы хотите снова эти вот рандомные путешествия, как я по отелю тогда ходил, или как сейчас по молочу. Да, нам надо, чтобы рандомно все было, а не вот эти вот договоричи, нам не то, надо. То, ну, понимаете сами, могут быть любые сложности, любые проблемы, и видос может получиться, ну, грубо говоря, ну, там, либо ни о чем, либо без покупок. Его посмотреть. Да нормально получилось. Ну, что я, получается, купил. Зато смешно. За весь тот видос, все, что я купил, это вот мои теперь новые домашние шортики, в скобочках бриджи, которых я явно по улице ходить не буду. Почему? Футболку эту я взял, получается. Вот она мне... В которую тоже явно он не будет ходить особо. Понравилось. Ну и эти шорты, которые в принципе хорошие, но, опять же, не идеальные, потому что нету молнии сзади. Ну, в них, по крайней мере... Молния сзади? Молния сзади? Стоп. В смысле, на жопе, блядь, что ли? Чтоб срать, чтоб чё, блядь? Какая молния сзади? А, на кармане, наверное. Я могу по улице ходить, в принципе, достойная. То есть, и на это все... А, ну еще кроссовки, кстати, они стоят у входа, и просто клеим уже носить. Чё въебали? На это все, получается, потратил в сумме, $350. Сука. То есть, на это все в сумме. Каким образом я должен потратить деньги? То есть, мне не получается куда-то прийти в какое-то место, где я могу потратить много денег, и там буквально, ну, не дают снимать видос. Ну, короче, такое. Так, ну что, по ставкам я сказал, этот бой, который, ну, Аспинал против Блейдса, который будет 28 числа. Ты же, какой спина, блядь, я не понял. Это еще не скоро, то есть следующий Fight Night UFC, он будет супер неинтересный, Господи, это вообще не на кого ставить. Там нету ни одного, не то что интересного бойца, там нету ни одного неймового бойца. Я там буквально никого не знаю, поэтому ставки, которые будут, это только на номерной UFC так. 28 числа. Потому что давай заканчиваем следующий Fight Night супер неинтересно. Так. Это первая ссылка. Нам тоже супер неинтересно на эти ставки. Ну и, как обычно, для нарезчиков, там же говорят, первый месяц большие выплаты. Ну, я не знаю конкретно, насколько большие, какие выплаты, это все. Ну, те, кто этим занимается, по второй ссылке переходите, там уже ищите. А так... Так, Марвошка приехала. Слышно вам? Следующий видос, вот уже супер точно про дом. Даже вот это вот уже концовка, это вам спойлер, то, что все. Следующий видос гарантированно супер-мега точно про дом будет. Тут в принципе... О, отлично! В принципе, уже, ну... У него видосы выходят, как я понимаю, раз в неделю. А, нихуя, блядь. Бывает даже раз в 10 дней. Ладно, нихуя просмотров. 1,7 миллиона, 1,3 миллиона, 1,6 миллионов. Пиздец. Вот это да, блядь. Ну как, ну смотрите, это точно не пентхаус, это, скажем так, микровиллочка. О-о-о, ясно, блядь, я говорю, киданули папичи. В первом видосе он говорил, там такая вилла здоровая, там вообще, блядь, столько места. Теперь уже микровиллыч. Я сейчас не понял, блин. Сначала он говорил, да там такое вообще, там кондиционер не работает, нихуя нет. Погреб. Так, блядь. Вот. Большинство проблем... Так вилла лучше пентхауса. Уже решено. Остальное... Микровиллыч. Я постараюсь подробно рассказать в полноценном видосе на дом. Ну, на обзор дома. Ну, давай. Обзор на дом. На обзор. Дом. Обзор. Давай. Короче, все. В принципе, я уже устал. Всем пока. До побачня. О, наш слоняр. Ну, что?
Что я могу сказать? Прикольное видео получилось. Комменты чек. У комменты это отдельная тема, конечно, это надо чекнуть. Я удивляюсь, как он без вспомогательного доната смог разобраться в навигаторе, а не кричал 10 минут. Я не понимаю. Папе даже в реальной жизни батит на донаты, проходя мимо двух магазинов Adidas, делал вид, что не видит их. Кто 8 лет назад мог подумать, что шоу Папича станет реальностью? Оператору запретили разговаривать, поэтому она не может отправить в смога... Вот я тоже, кстати, не понимаю. Ладно, он не хочет ее внешне показывать. Но почему она не может разговаривать? Когда он ее что-то спрашивает, почему надо головой кивать, а не просто сказать? Просто сказать, типа, так, идешь сюда, и вот давай пойдем туда, или там еще что-то. Она сама не хочет. Голос детский. А может, наоборот, там голос мужика. Ну, реально странно, почему нельзя даже разговаривать. Ну да ладно. Бедные венецианские беженцы ходят в разных кроссовках. Лишь бы хватало на еду. Бабич на протяжении 47 минут старается выбить из оператора вспомогательный донат, чтобы ему она помогла. Ой, бля. Папич. Сперматоксикоз — это миф. Также папич. Мало дырок, мало дырок, мало дырок. Мне нужны дырки. ЦМК 14.1 ходит мимо самых люксовых магазов с абсолютно пустым инвентарем, пока ее кор с бесконечными бабками ищет себе ПТ на ловкость. Блять. Как же оператор 14.1 растерялась, когда венецианский маньякич спросил, синтетика ли это футболка? Переход из спокойничья в агрессивича. Бля. Тип теряется в играх-головоломках, а вы его в реальную жизнь отправили. Сука. Он реально зашел в Nike, чтобы унизить их вопросом, есть ли у них обувь от Skechers? Просто гений. В Adidas он будет спрашивать, есть ли у них товары от Puma. Прикиньте, как тяжело оператору не подсказывать ему. Чисто челу выключили чат и тупят на зло. Величайший действительно думает, что мы не знаем о его других комнатах в его венецианской квартире. Папич сделал нестандартный мув, чтобы проверить реакцию NPC. Затем нарушил выставленные разрабами границы и припрыгнул ленточку. Я удивлен, что он стал юзать эскалатор, а не сиганул со второго этажа вниз по фасту, блядь. А, сука. Я ему предлагал этот вариант. Сука. Его какая-то детская непосредственность, это просто легендарный навык. Я буквально... Не представляю, чтобы еще хоть один человек так же перешагивал через ленточки в Дубай-моле, проверял вес огнетушителей, носил разные кроссы и убегал по эскалатору. Он реально величайший, без иронии. Представляю, папич заходит в обувную и спрашивает у продавца, мне нужны туфли, ботинка, кроссовки. Это реально вопрос, который тупо в тупик тебя, тупо в тупик поставят. Ой, бля. За 10 лет экспериментов Винницкой лаборатории подопытный научился ориентироваться в пространстве и выполнять задачи без вспомогательных донатов. Потенциальная угроза для общества снижена на 14%. На 14.1. Выход в социум прошел успешно. Да. Ладно.